На совещании по подведению итогов работы столицы республики за прошлый год были затронуты многие актуальные вопросы, которые требуют решения. О некоторых из них в нашем материале. Государственная поддержка чебоксарских предприятий в виде субсидий и налоговых льгот растет. В 2016 году сумма превысила 565 миллионов рублей. Результат – рост оборота предприятий по сравнению с 2015 годом на 7%, отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Логично, что при росте этих показателей должен снижаться другой по безработице. Благодаря республиканской программе в прошлом году трудоустроились 15 тысяч человек. Однако по-прежнему остро стоит вопрос неформальной занятости и зарплаты в конвертах. Совместно с налоговой инспекцией, пенсионным фондом, прокуратурой, МВД нами проведено более сотни рейдов. Проверено 2500 хозяйствующих субъектов. Выявлено свыше 10 тысяч нелегальных работников, в основном в сфере маршрутных перевозок, торговли, услуг и строительства. В результате 7 тысяч человек заключили трудовые договоры, свыше 3 тысяч зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, в бюджет дополнительно поступило 5 миллионов рублей налогов. Но контрольный показатель в 20 тысяч человек пока не достигнут. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. Впрочем, судя по всему, продолжать работать надо активнее. Министр финансов Светлана Янилина привела другие данные. Финансового подтверждения, что работники вышли из тени, не последовало. То есть у нас поступление в местный бюджет и не произошло в той динамике, которую вот сегодня город отчитывается, что серые занятости они ликвидировали и перевели на легальные трудовые отношения. Значит, если в каком-то месте его перевели, в каком-то месте у вас убыло. И, соответственно, это никак не отразилось у вас на общей численности. И по данным пенсионного фонда, это общая численность людей в трудоспособном возрасте и не работающих нигде у нас количество увеличилось. Подкорректировала глава Минфина информацию по средним зарплатам. В отличие от отчета городской администрации, в ее документах вместо 28 тысяч рублей фигурировала цифра значительно меньше. Глава Чувашии поручил разобраться в этой ситуации и начать активнее работать с предприятиями, которые задолжали по зарплате своим сотрудникам. Особая тема – задолженность предприятий по арендной плате за землю и недвижимость, которые находятся в распоряжении города. Среди наиболее крупных должников – агентство по недвижимости «Честер», «Одис Отель», «ЗАО», «Рассвет» и другие. Михаил Игнатьев призвал городские власти быть внимательнее при работе с теми, кто уже показал себя недобросовестным предпринимателем, и не заключать с должниками мировые соглашения в ущерб городскому бюджету. Тему продолжила председатель контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова. Она отметила, что в 2016 году доходы от использования имущества, которое находится в муниципальной собственности, снизились на 19%. Доходы от сдачи имущества в аренду упали на 22%. Глава Чувашии выразил озабоченность и ростом долгов за энергоресурсы и газ. Он отметил, только долги за газ увеличились в 1,7 раза и составляют 750 миллионов рублей. А это может сказаться на отопительном сезоне, а также на газификации Заволжья. Иными словами, на 2017 год у города много работы.